зерновые хозяйства именно, которые стали на ноги, они посмотрели в сторону животноводства и интенсивно вот последние 7-8 лет развивается и животноводство. В связи с тем, что рубль упал, обесценился, и это повлияло как бы для России толчком для того, чтобы зайти на наш рынок, так как продукция подешевела. Сложно конкурировать, молокозаводы, они, получается, им проще сейчас и дешевле использовать СОМ, сухой обезжиренное молоко, порошок, и, соответственно, натуральное молоко не пользуется спросом, падает в цене. Это влияет на развитие животноводства, в частности, молочного. Сколько компаний производит натуральное молоко? Из натурального, если брать в той же самой Астане, да, мы знаем, что есть только продукция хозяйства Родина и хозяйство Зенченко. Все остальное, хоть оно и пишется питьевым молоком, но не соответствует, как я говорил, техническому регламенту, так как согласно ему должно быть четко написано на упаковке, что это восстановленное молоко, если это произведено в Казахстане, или же молочный напиток, если это из России. Да, доволен. Если вы говорите об отечественных производителях, то, конечно, в принципе, доволен. Потому что, начиная с малых лет, мы питаемся именно этим. Вся продукция, производимая, это личные подсобные хозяйства и малый и средний бизнес. Животноводство где-то порядка 80%. В сельском хозяйстве, в отрасли растениеводства где-то порядка 45-50%. Я имею в виду малый, средний, да. Средняя урожайность уже повышилась, продукция, значит, увеличилась, экспорт увеличился. Есть подвижки. А чтобы приумножить, надо обязательно считаться с мнением товаропроизводителя. Доволен также, поскольку прибавляет много сил и очень сытно, в принципе. Ну, если честно, я сейчас худею и не употребляю. На сегодняшний день потребность на овощных хранилищах по городу Астана составляет где-то около 6000 тонн. На сегодня имеется 7 овощных хранилищ, общий объем 29 тысяч тонн. На стадии строительства находится 7 овощных хранилищ. И дополнительно еще на стадии проектирования находится 5 проектов. Апельсины люблю, мандарин, цитрусы, лимон. Скорее всего, бананы. Овощи, капуста. Бананы. И все. Яблоки, бананы. Я сама очень люблю шпинат. Осенью и зимой это наши яблоки, которые все еще есть нашего казахстанского производства. Это действительно самые чудесные яблоки на свете, самые вкусные.